Пункт остался. Давай, погнали. Что, уже время 11, хочешь сказать? Да, да. И сейчас уже получается... Я даже посчитать не могу, сколько я не сплю. Хорошо, а сколько ты встал вчера? В 11. 24-36 часов ты. 36 часов, да. Правильно. Вы не спали 36 часов. Да. Идите, отдохните. Погнали. Кто? Туда этого кошмина, правильно, киллер, нет, правильно. Привет, сволочь. Нормально. Перед самым этим, блин, подъемом выпнули. А, там... Пинот. Там еще какой-то хрен заходит. Ну куда мне ваш карман-то, други товарищи? А куда? Туда, пихай. Ай, киллер вышел. Ну, у киллера же там ГТАшка что-то. Ну чё ты? У киллера всегда проблемы. У дороги ему мало, блин, скорости не надо. Ой, чё ты, я по прямой еду, мне же поворачивать надо. Очень часто. А это что-то похожее, я запускал такое, вы сказали, очень легкое и больше не запускать. Очень легко. 60% для паркура это вообще. Ну это детские карты, так что не надо. Ау. Да это все как бы, наверное, Гермини с такими. Так нам и надо сейчас самое легкое было, по сути-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Оп. Да кто пинается-то сзади, блин? Я аккуратно. Да чтоб тебе леший снился. Да пока еще не спихнул. Ну, вчера была как-то собирая винация. Скоро. Как тебя Лука назвать? Один косяк, и это до первого косяка, короче. Назови меня господин, не ошибешься. Боку вчера сиськи показывал, что за развалится. Ну Лука, блин! Чё я-то сделаю, если он отпускается? Я отомстил почти. Да иди ты в дупу, чёрт! Давай, дружище, поехали. 12. О, вижу кашу. Блин, Джасмон, сорян. Вижу кашу, я, поэтому я... забью Джасмона, да? Ну, блин, он мне мешает до тебя доехать. Тут стреточка небольшая. Чё, обратно тоже прыгнули? Да. Да. Ну, ёс. Ты за мной, да, хотел? Ну, там как бы прыгаешь, ты спрыгиваешь, и надо будет встречаться. Можно. Да, ты. Зачем ты я? Вот я встретилась с кем-то. Рустам! Сравняю, Каш. Что ты чек взял? Кашечка. Здоров, Бука. Говна. Написал, мне удалось найти совместимый контент. О, Полик, чего? Это ты, все. Да я прозрачным ехал. Распрозрачился. 10 пунки догнал. Зануда. Сорян. Я только сейчас Боя, сорян. Ну что ты делаешь-то? Я не думал, что так сильно получится. Широкое очко, блин. А, меня также боя выкинул. На том же месте. Карма. Так это ж я пинул тебя. Ну что ты?
зашипел. Тут все влево. О, ни хрена себе засейвил, блин! Ух ты, с кем-то разминулся только что. Со мной. Вот буквально только что со мной разминулся. Охренеть, блин. Не-не-не-не. Да ну нафиг, блин. Как так-то? А, конечно, просто. Перед чеком! О, да, взял. Пипец, я просто лечу на чек, и меня сейчас точно так же и выбили. Нахрен, блин. Вот Ривейл, скажи, пожалуйста, ты сам проходить не хочешь, чешо? Охренеть, охренеть, такие тут эти, блин, встречки прикольные. Ты еще на встречках там? Да! Кольцо не почувствовал. Тут такая жопа, блин. Я просто лечу в чек, в меня кто-то другой летит, и все, и я по новой. Ну, мы там дёсны засосались, скажем. Еще с кем-то. Ну, с тобой-то все понятно, а вот с Кашей, конечно, вопрос. А меня прыгает. Ничего себе, вторая позиция. Это Глеб был, я дальше поехал. В смысле, я третий был. То есть ты первый, Глеб второй, а я третий. Тут до этого Глеба. Что написать, не слушай. Вот ты гусь, блин. Мысли даже. Ты че? Ручки не взрываются, типа? Да что ты будешь делать? Вот видишь, я бы с тобой ехал. Не ударил тебя. Так, есть чек. Здорово, Гаврик, здорово. Ты чё так скакаешь-то, тварь? О. Это не работает. Ой, я даже луку обогнал. Ай, жесть. Что значит даже? Ты чё, дурак, что ли? Позицию всрал. Как с головой там? Ну ясно. В смысле не нужен? Нафиг не нужен! Фу. Пакость одна. Ну ясно, Олег. Сам ты лакер. Лакер ссаный. Ты вообще разбаговался во мне. Нормально. Сейчас начнутся разбирательства судебные. Просто во сколько закончится стрим? Ну сейчас вот последняя катка и стрим кончается. Даже стрим кончается. Чтоб босс еще час не спал. Че, бог продление что ли было? И это финиш на второй позиции. Мысли зачем? Так я с этой надеждой тебя и пнул, что ты меня догонишь, я там спишь. Бочка, с ума пойдешь? Это знаешь, как прикол был. Типа. Булка там тебе сообщение. Это самое. Мужик, короче, звонит в одно агентство, которое это самое помогает сбросить вес. Здравствуйте, я хочу сбросить 20 килограмм. Хорошо. Речь, женщина голая. И на ней такая табличка. Догонишь, я твоя. Блин, Ревел. Я не 6 часов догнал, сбросил 20 Ребят, килограмм. Закиньте Ревела в черный экран. На следующий день звонит. Хочу сбросить 30 килограмм.